Буквально несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься музыкой? Музыкой я занимаюсь 9 лет, и в этом году будет уже 5 лет, как я занимаюсь музыкой. А какие у тебя планы на будущее? Я надеюсь продолжить свою карьеру и надеюсь, что вы когда-нибудь еще меня увидите. Мы тоже надеемся на это. Итак, Юлия Серебрякова, пожелаем ей удачи! Вот она, милая роща, ветер шумит на ледовой, ветки березок полочит, сон нарушая лесной. Сколько стволов побелен, я хотел спросить тебя, Юля, вот, наверное, ты уже взрослая девушка, у тебя и мальчики есть, встречаешься на свиданиях, ходишь на дискотеки куда-то еще, да? Ну что, так раз не жизнь, есть жизнь, наверное, и мама, и папа твоей бы... Не такой вопрос. Хочешь на дискотеке? Ну, хожу на дискотеке. А вот мальчики тебя не спрашивают, а вот у тебя такая семья, и все поют, и почему вот так вот все это? Нет. По-моему, сейчас никому это не интересно. То есть ты собираешься все же связать свою жизнь не с дискотеками, но с музыкой? Ну, дискотеки это пока, вот год три, а потом... Я имею в виду, пока вот учусь до 19 лет, а потом уже все. Будешь серьезно заниматься музыкой? Нет. Или замуж выйдешь? Может, и замуж выйду. Ну нет, я имею в виду, вот пока учусь, хожу на дискотеки, а потом буду, может, работать буду уже все.